Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 122, упражнение номер 208. Все слова в русском языке объединяются в группы части речи. Какие части речи вы знаете, по каким признакам вы научились их распознавать? Мы знаем, кто что. На вопросы «кто что» отвечают имена существительные, и они обозначают предмет. На вопросы «какой», «какая», «какое», «какие» отвечают имена прилагательные, они обозначают признак предмета. На вопросы «что делать», «что сделать» отвечают глаголы, и они обозначают действие предмета. В каких случаях мы используем слова разных частей речи? Слова разных частей речи мы используем, чтобы составить предложение. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.